Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Вот решил сегодня сходить опять в болото, посмотреть чернику. Может и бруснику посмотреть надо, поспел, не поспел. Вот зашел на подкормку, на овес. Сейчас я сфоткаю вам. Кабанчики походили хорошо. Хорошо они тут покушали. Яблоки как поели они тут. Все, изрыли. Хорошо тут они покушали вон. Кабанчики. Хорошая подкормка у них тут. Вот. Кукурузу вывалил, ведро моченое. Все съели. Пусть кушают. Вот. Все съели. Это молодцы. Вот это пасьян овес для кабанчиков. Подкормка. Вот медведь придет. Вот тут они хорошо поработали. На днях был, а позавчера был. Ничего не было. Ну, сегодня покушали. И ночью. Вот. Ладно, отключаюсь. В болоте буду снимать. Что найду, то сниму. Вот такая природа у нас тут. Утренняя. 7 утра. Приехал я 6:30. Вот. Дай-ка посмотрю. Удачно. Сидит. Сидит. Вот полетел. Бухарки маленькие. Там где-то еще сели. Вон. Опа. Вон сел. Болото. Фух. Еле пролез. Ну, брусник еще маловато зеленый. Вот болото. Сосновый бор. Сосновый бор. Зайдешь и не выйдешь. Ладно. Ничего хорошего нет пока. Хожу. Вот сходил, прогулялся по болоту. Так, проверил. Брусничка есть еще, она зеленая, но местами красноватая. Черника вся отошла. Вот. Так, прогулялся, до природы снял. Вот, болото. Вспотел. Вот, болото. Красота. Только жарко. Неупусимый. Болото.
Тайга, тайга. Не знаешь, зайдешь, заблудишься. О, какой валежик. Уронил ветер. Лось проходил. Чернозем. Вот это сила, да? Это болотная сила. Ветер упал, уронил. Папоротники. Там тоже есть он. Папоротники. Болото и болото. Так, прогулялся. Коряги, валежники столетние, может быть. Такие пироги. Такая природа. Таежная. Собираю яблоки. На подконку. Кабанчиком. Яблоков много здесь. Вот собираю. Сейчас ведро наберу, ведра два. Вон еще есть. И вывалю. Пускай кушают, кормятся. Вот сколько яблоков-то. Крупные, дикие. Сейчас соберу. Вывалю. Пускай кушают. Дикие яблоки. Полно их. Вот третье ведро набрал на подконку. Пускай кушают. Вот это яблочки. Северные. Полно. Вся яблоня усыпана яблоками. Вот так-то. Полно их здесь. Дикие яблоки. Но они кислые, но пойдут на подконку-то. Вот принес сюда еще яблоки. Я подкормки положил. Сколько-то? 5 ведер почти вот здесь положил, а там еще. То есть они пускай кушают. На этом заканчиваю свои похождения по тайге с полугодием. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. До следующих встреч. Пока.